Итак, друзья, угольки у нас подошли. Начинаем готовить. Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на Риттер ТВ. Сегодня мы находимся на даче. У нас такая прекрасная погода. И сегодня я решил для вас заснять рецепт шашлыка. Я недавно его придумал. Мы его приготовили, попробовали, и нам понравилось. Теперь хочу показать вам. Так что у нас сегодня рубрика «Хочу пожрать». И всем желаю приятного просмотра. Итак, друзья, сейчас я вам покажу, что нам сегодня понадобится. Много нам не понадобится. Нам понадобится много лука, потому что луком шашлык не испортишь. Пару зубчиков чеснока нужно будет. Здесь у меня 1,5 килограмма свинины, шейки. Обязательно томаты в собственном соку. У меня уже мелко рубленые. Я взял 2 банки, посочнее будет. Соль, перец, приправа хмели-сунели и приправа для шашлыка. Все, друзья, больше ничего не понадобится. Сейчас я мясо нарежу, замариную все. Ну и пока будет мариноваться, будем растапливать мангал, все остальное подготавливать уже. Я думаю, где-то час. Больше ему не надо мариноваться. Если, конечно, у вас время есть, можно и 1,5 часа, и 2. Мясу это не помешает. Но в прошлый раз я проверил, за час все замариновалось. Так что, друзья, начинаем готовочку. Друзья, для начала мы берем лук, чистим лук и добавляем в чашку и хорошенечко отжимаем. Эту процедуру нужно сделать в первую очередь. Друзья, в общем, нарезал я лучок полукольцами. Теперь берем, хорошенечко все отжимаем. Надо, чтобы лук дал свой сок. Многие режут лук и ничего с ним не делают, не отжимают ничего. Он сок не дает. Ну все, друзья, как отжали лук, теперь берем мясо и уже нарезаем на порции. Итак, друзья, нарезали мы мясо, у нас здесь мясо, лучок, все уже в чашке. Теперь берем 2-3 зубчика чеснока, мельчим его, нарезаем мелко. В общем, друзья, уже почти все замариновано. Теперь берем наши специи, приправа для шашлыка. Приправа хмели-сунели. Берем соль. Соль по вкусу, друзья. Берем перец. Ну все, в общем, специи, соль, перец мы добавили. Теперь берем помидоры, мелко рубленые в собственном соку. Добавляем
нашему мясу. Не жалейте, берите побольше, сочнее будет. Так, ну теперь опять доктор Риттер в деле. Одеваем перчатки. И хорошенечко это дело перемешиваем. Смотрите, сколько сока от помидор. Как мы назовем этот ролик, я еще не знаю, как это шашлык назвать, но я думаю, с моим монтажером, с Димой Картавым, мы придумаем название этому шашлыку. Кстати, друзья, он отмечен всегда в описании. Кто его еще не знает, он мне монтирует видео. Ну и сам очень хороший видосик снимает. Так что, друзья, кто еще не знает, переходите в описание и поддержите братишку. Все, друзья, теперь все перемешано. Теперь берем чем-нибудь, накрываем. Ну и ждем минут 20, полчаса. И начинаем распаливать мангал. Так что, друзья, встретимся чуть-чуть позже. А пока переходите к Диме Картаву, посмотрите его видосы. Друзья, прошло где-то минут 40, я распалил уже угли, и теперь будем нанизывать шашлык, подготавливать уже все. Смотрите, друзья, я не знаю, видно вам или нет, сколько сока там. А запах какой стоит, и запах такой, запах пиццы стоит, вот как будто свежая пицца, только что сделана, запах пиццы. Может быть, и назову шашлык пицца. Еще пока название не придумал, друзья. Так что все, сейчас нанизаем. Угли подойдут и встретимся уже чуть-чуть позже. Не переключаемся. Друзья, угольки у нас подошли, начинаем готовить. Ну что, друзья, вот и готов наш шашлычок. Посмотрите. Вот это просто бомба получилась. Слюнки аж текут.
Ой-ой-ой-ой-ой, сейчас возьмем лавашек. Сейчас я еще разрежу. Вот смотрите, какая прелесть получилась. Сок вытекает аж, друзья. Слов нету. О, обалденно просто, друзья. Вот реально просто слов нету. И вкус пиццы почему-то. Может быть, из-за томата. Это просто обалденно, друзья. Потом доем. Во! Друзья, бомба. Просто бомба. Так что советую вам приготовить по этому рецепту. Кто приготовит по этому рецепту, напишите в комментариях, как вам понравилось. Ну, я думаю, тут ничего такого плохого нету. И я думаю, всем понравится. Вот просто буквально всем понравится. Потому что это просто обалденно. Пишите в комментариях, как вам этот рецепт, что можно добавить туда, может быть, что-то как-то у вас какие-то идеи есть еще. Но вот мне пришло в голову такой рецепт, я его приготовил, мы его попробовали, получился бомба вообще, и вот решил показать вам, друзья. Ставьте лайки, дизлайки там, я не знаю, как вы уже оцениваете. Некоторые завидуют и просто ставят дизлайки, а некоторым просто не нравится то, что я делаю. Но это понятно, что всем я не могу нравиться, это ясно и понятно. У меня соседи начали работать, я тоже сейчас перекушу и пойду поработаю немножко. Ну а вам желаю всего самого хорошего. Главное, друзья, здоровья, не болейте. Смотрите мои видосы, готовьте по моему рецепту. Ну а я с вами надолго не прощаюсь. С вами был, как обычно, канал Риттер ТВ с рубрикой «Хочу пожрать». Всем пока, всем добра, друзья.